папа, все, пока, я в клуб. Куда? Стоять, нельзя. Пап, я в клуб. Ага. На всю ночь. Ага. Денег дашь? Ага. Вера, а смену обувь надо брать? Ой, сразу видно школота. Ну, наверное, возьми, не знаю. Вера, я нашел нам флайера входа 12 в клуб бесплатно. Yes! Только перед этим надо накидаться. Да, я в магазин. Давай. Так, ты не проходишь, ты проходишь. Власть. На. Алло, куда сегодня? В клуб. Хорошо. Здравствуйте. Что вы нам посоветуете? Ну, для начала я советую вам уйти и никогда не возвращаться. Мне сразу салат «Цезарь». А мне, пожалуйста, суп. А чизкейк свежий? Здравствуйте, что будете заказывать? Мне чашку кофе. А, понятно, нищеброд. Сейчас принесу. Здравствуйте, я сегодня буду вас обслуживать весь вечер. И флиртовать. И это все ради больших чаевых. У меня ипотека. А вот это блюдо вкусное? Ну, если блевать любите, берите два. Простите, а что у вас самое свежее? Со вчера салат остался вроде норм. А какое у вас пиво есть? Все, что в меню. Мне темное? Нет. Светлое? Нет. Нефильтрованное? Нет. А... Нет, 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 нет. Что это за пицца с мухами? Позовите менеджера. Вов, тут эта шмара подавилась. Добрый вечер, что у вас случилось? Мне ой как похрен, потому что я с официанткой сплю и ругать ее не буду. Ну вот тут ты будешь жить 5 лет. Не Хилтон, конечно, но койко-место имеется. Прикольно. А, давай, привыкай. Приветик, пойдем сегодня в кино? Отстань, завтра зачет. Привет, ты к зачету готов? Не, нихера. Поняла, не трогаю. Мы пока пойдем пивка попьем, ага. Я с вами. Так, так, только тихонько. Я хочу сверху. Там нельзя, там мой парень спит. А, ну хорошо, давай снизу. Здрасте, девочки, а можно вас масло попросить, денежку пожарить? Так, баба, вы больше приготовили, я жрать хочу. Ребята, залетайте, мне мама передачку передала. Чем-то вкусным пахнет. Тебе мама котлеты передала? Нет, это вещи не стиранные. Здравствуйте, можно? Проходите, садитесь. Без верхней одежды. Сейчас я выпишу вам рецепт. Так, вот, пришли ваши анализы. У вас циндрофиликурита тинт. Да просто йодом помажьте и все. Здрасте, доставка воды. Флюорография есть? Да я как... Следующий! А вам больничный нужен? Или вы реально болеете? Здрасте, мне для военкомата. Воден, следующий. Свинкой болели. А зачем вы это спрашиваете? Не знаю. Все спрашивают, и я спрашиваю. Вам таблетки дешевые или вы выжить хотите? Так, вот вам справка. В 13-м кабинете нужно поставить печать. Потом 26-й, оттуда в 45-й. Дальше я хрен его знает куда. Оттуда еще никто не возвращался. Держите. Ну, если чай с малиной не поможет, тогда операция. Тимути! Глаза не выколи. Ой, срыгнула. Как мило. Что, милая, как чмо лежу, убери. А ну давай сфотографируемся. Лицо смайлом прикрой потом. Алло, мама, можешь сегодня с Вовой посидеть, а? Нет, только не эта старуха, от нее воняет. И опять эти, ну походи смотреть. Да, это я, любите меня. Так, а ну нам пора памперсы менять. Да пора бы уже. Все, ты ложись спать, а мы с папой поразвлекаемся. Предохраняйтесь, мне брат не нужен. Привет. Привет. Слушай, ты так загорела? Да, только с Бали приехала, представляешь? Прикольно тебе. Может, пиццу закажем? Слушай, это еда для нищих и жирух. Нормальная еда. Давай я у Юли сейчас, давай? Да, да. Ух ты, у тебя айфон? Ну, конечно. Ага, лимитированная версия. В новостях видео показывали, 100 тысяч стоит. Иди поплачь, иди поплачь. Я на секундочку. Смотри, мне мой вчера предложение взял, представляешь? Здорово! Отдай, сука, отдай! Блин, прикинь, я походу залетела. А это не ко мне. Слушай, я думаю, себе еще губы подкачать. Серьезно? Да тебе еще больше, они же скоро лопнут. Ты себе еще сиськи сделай. И грудь, кстати, сделать. Слушай, как тебе мои новые духи? Нежные. Как ослиная моча. Слушай, может десерт еще закажем? Я на диете.
Ой, а я жру и не толстею, представляешь? Мне по-любому глицит. В университете, сынок, учись хорошо. Но он тебе потом нахрен не нужен будет, ага. Сынок, ты у нас желанный ребенок. Но не запланированный. Сынок, я тебя мужиком быть не научу, поэтому приготовься. В школе тебя будут пиздить. Чтобы к 18 годам свалил из дома. Потому что мы тебя не настолько любим. Сынок, будь осторожен, девушки могут тобой пользоваться. А ты ими. Сын, а ты это, на первом курсе сильно не пей, хорошо? Да, а то бабушка я быть пока не хочу. Сынок, мы тебе купили велосипед. Иди учись кататься. Все равно на машину никогда не заработаешь. По жизни никому не верь. Все врут. И ты на всякий случай тоже ври. О, слышь, мать, ты его любишь? Конечно. Вот видишь. Мам, пап, нам нужно серьезно поговорить. Я беременна. Ёбаный в рот, пи! Как его зовут? Саша, Петя, Дима? Я не помню. От с***ся в мать. Какой срок? 5-й месяц. Я же тебе говорила, что она не жируха. А я подумал. О, извини. Ладно, поедем к доктору знакомому. Зачем? Хотя да, я ему сам яйца отрежу. Доченька, а где это случилось? В университете. Вот видишь, а ты говоришь, прогуливает, прогуливает. Что мы теперь бабушке скажем? Что она теперь прабабушка? Как ребенка назовешь? Амир, в честь отца. Что ж там говорить, вы молодые, у вас вся жизнь впереди. Ему 42. Хорошо, мам, целую. К нам едет моя мама. Ты рад? Очень. Привет, я все купил. А сдача где? А сдачи не было. Вов, а я похудела? Да, стройняшка. Это что такое? А это? Это тебе. А ты куда? Я с ребятами пивка попить, через полчаса буду. Я недолго. Ты мусор вынес? Да. Ты коммуналку оплатил? Конечно. А ты Диму из садика забрал? Я думал, ты забрала.